Больной и голодный кот был как никогда близок к гибели, оставаясь на улице. Глазки Мурлыки покрывала корка из-за чесотки, а его тело атаковали клещи. Он не мог найти еду, ведь ничего не видел. Кто знает, что стало бы с котейкой дальше, но в его жизни появилась девушка по имени Кармен. Она является основательницей одной из групп помощи животным. Кармен искренне пожалела беднягу и сразу же решила взять его под свою опеку. Девушка дала коту кличку Котан. Открыть глазки питомец не мог, и Кармен очень переживала из-за того, что ее подопечный был слеп. Кот долго бродил по улице, не в силах найти еду, поэтому был болезненно худым. Кармен искупала питомца и сытно накормила, чтобы тот мог восстановить силы. Для лечения чесотки девушка использовала специальные мази, кокосовое масло и антибиотики. Уже через несколько дней было заметно, что Котан понемногу может расслабиться. Стало понятно, что боль отступает, а кот, наконец, смог спокойно поспать. Такие животные, как Котан, полностью зависят от человека. К сожалению, большинство людей остаются равнодушными к страдающим питомцам. Кармен уверена, что многие просто прошли мимо Мурлыки, которому она с таким рвением стала помогать. А ему, несмотря на запущенный внешний вид и болезнь, просто нужен был шанс. Вскоре Котан с осторожностью открыл глазки. Связь между котом и Кармен крепла с каждым днем. Мурлыка почувствовал, что обязан жизнью человеку, который о нем заботится. Девушка так хорошо ухаживала за котом и кормила его, что вскоре он сумел открыть глазки полностью, поразив свою спасительницу до глубины души. Дело в том, что и Кармен, и ветеринар думали, что он останется слепым навсегда. Но они ошиблись, питомец все прекрасно видел. Один глаз кота был ярко-синего, а другой – орехового цвета. Он с удовольствием вновь смотрел на мир и рассматривал человека, который спас ему жизнь. Котан был удивлен не меньше, чем ветеринар и хозяйка, ведь он и не мечтал о том, чтобы вновь видеть. Удивительная внешность похорошевшего кота привлекла внимание людей. Кармен получила много заявок на усыновление животного. Но она понимала, как сильно Котан привязан к ней, поэтому решила никому не отдавать питомца. Он прошел через многое, а я не готова заставить страдать его в очередной раз. Признается девушка. Мы уверены, что Котан больше всех рад возможности остаться с Кармен навсегда.